What's up, ребят? Я сейчас не дома, наконец-то выбрался отдохнуть, но без видоса вас не оставлю. Это легендарное дуо с Кьюбайтом, мы повторили его в новом сезоне Marvel, так что смотрите до конца, ставьте лайки и подпишитесь на канал. А если хотите больше контента с отдыха, можете его увидеть в моем телеграм-канале, так что подписывайтесь. Так, ну что, Кьюбайт? Мы снова в Фортнайте, получается. Нас свел Доктор Дум. Да, слушай, ну я, получается, Мэри Джейн, это один из моих любимых скинов вообще из всей линейки Marvel Fortnite. Да, да, но у меня тоже есть, она прям такая суперская. У нее еще гитара офигенная, мне ее нравится гитара. А, сейчас, да, просто... есть, реально, есть, все, я взял. О, нифига. Подожди, а ты кто такой? Ты циклоп, получается? Да. Так ты кто? Ты кто вообще? Да. Циклоп. Ну окей, пойдем. Не, ну я уже так поднакопил, понимаешь? Не, вообще, кстати, мой один из любимейших скинов, это вот этот Грутик. Он вообще... А, прям... о, что? Что это за Грут? Подожди. Подожди, это другой... Это стражем, это новый Грут еще какой-то. Да ты больше меня тут шаришь, я вообще не знаю за эти скины все. Я... Нет, понимаешь, что ты меня погрузил в этот мир. Вот с этим скином. А это типа... Играл. Да, я помню, да. А я типа батек твой, да? Ну поставь того Грута. Да. Сейчас. Не, Грут суперский. Со стражей, ля, реально. Че, я сегодня хочу поиграть на своем любимом Marvel скине. Так, все, его потянул. Ага, вот. Ты же еще не играл, правильно, ни разу в этом сезоне? А, в этот сезон нет. Я как будто, знаешь, чувствовал, что надо дождаться сезона и записать видосик. Не, ну с кайфом. Меня после того видоса просили такие, да поиграйте еще. Я такой, я тебе больше скажу, меня больше, чем тебя просили поиграть с тобой. Типа, у всех уже, знаешь, как будто бы у подписчиков, типа, ял, там сезон Marvel, зови Кьюбайта. Так, а это что? Это типа Латверия? Деревня такая или что это? Да, это Думштад. Ну, выглядит как вот эта деревня, ну, вообще, государство Латверия, Доктор Дума. А ну, так хотя есть еще владение Дума. А тут все думовское, это же сезон Дум называется. Ну да. Так, пушка, найс, золотой скар выпал. Я сейчас пока нектар набиваю. Нектар набиваю. Тут еще и мистерию? Давай загасим его сразу, пока здесь, в принципе, никого нет. Так, даже. Кстати, подожди, во, держи, это тебе. Ух, нихера. Спасибо. Так, а медальон что дает? Активирует маскировку в положении сидя. О-о-о. Прикольно. Ну, как будто такое что-то уже было. Ну, это типа хищник. Не, ну прикольный, слушай, прикольный. Опа, это кто? Там типы вроде. Да, типы. Так, один есть. И я, кстати, когда присел, я не могу целиться нормально, он отключает мне все. Держи, я тебе дам. Ты, если что, просто садись и сиди. О, еще. Надо на замок Дума идти, мне кажется, забирать его этот медальон. Можем во владение по пути еще заглянуть. Блин, хочется сейчас найти, знаешь, каких-то марвеловских предметов. Допустим, вот, чтобы полетать. И есть еще такая штука воителя. Да, ну рюкзак, я понял. Похоже на клубный кот. Типы. Такой чисто прикольчик, и чисто порог. Так, видишь, чел с медальоном уже убегает из замка. Угу, да. Ну давай, перехватим. Интересно. Не, все-таки он в замке. Думаешь? Где-то еще там. Угу. Но есть ощущение, что он где-то вот здесь сидит. Да, возможно. Можем полететь, кстати. На чем? Ну вот на... Короче, вот здесь в центр заходишь. А, она подбрасывает? Да. Ну го. Не понял. Что это меня не подбросило? Вижу его. А меня не подбросило, что за бред? Подожди меня, сейчас я... Меня почему-то не подбросило нормально. Да что такое? А, их двое. Блин, не умирай, пожалуйста, засейвись. Ладно, не засейвился. Почему меня нормально не подбросило, бро? Почти там, ребят. Ой, хорошо. Они там друг друга хилят уже. Да. Какой интересный. О, прикольно. Как будто если по правой пройдешь, они... Ай. Хорош. О, nice. Еще два медальона твои по людям. А вот во что я уперся, да? Прикольно. Это, видимо, вот этот медальон мистерию работает. Да. Кто-то сидит. Я так забавно, слышишь, кинул эту бронесферу. Я надеялся, что я прям на выход кину, чтобы типа в нее залететь, и чтобы меня тут. Прикольно получилось. А она перелетела дальше, типа. Да, но вообще потом прикольно получилось, ты когда они стреляли, ты в момент прыжка в нее залетел, у тебя чуть засейвило.
сразу скажу, я типа в нулевой высоте я вообще никакой. Ты, возможно, даже ты лучше меня можешь играть в нулевую, чем... Потому что я вообще не привык. Так, слушай, ну у меня... мифический монарх. Блин, слушай, ну... Я хочу с ним поиграть. Это тоже новое, да? Да, у меня будет два мифика, короче. Че, пойдем во владение? Давай, давай, давай. Это такая единственная локация. Еще. Можем сейчас, смотри, тут остров, остров. Остров. Да, 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 можно на остров зайти и типа глянуть, что там, ребята. Можем сразу заехать в этот самый, в рифт, да, в рифт. А вот рифт прямо перед носом. Ой, хорошо. О, мир... Понял. Я забыл, что это так работает! Как это тупо! Это было очень сильно. Так, я возьму, наверное, другой скин. Я возьму... А, мы ж марвеловские. Давай возьмем что-нибудь другое, да. Я возьму, наверное, Туни Старк. Ой-ой-ой-ой-ой, ну ты мне прям на самое больное, то, что я не собрал. Вот это примерно играло в гелике, когда мы летели из портала. Да, кстати. Как тебе? Как тебе я? Ой, ой, ой. Красиво. Да, да? Да, щит, конечно, маловат. Маловат? Он такой, знаешь, как будто игрушечный у него. Ну, слушай, можем в рафт. Да, 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 рафт, да, да. Давай сразу запьемся вот этим. О, летучка. Летучка есть. Я настоящим железным человеком сейчас буду, бро. И я теперь летать умею. Там костюм дается, подожди. Не-не, это скин. Костюм дается, а что, было бы круто, реально. Я думаю, добавят, может быть. Так, где типы? А вот, типа... У меня одного положу. Сейчас хорош, хорош. На мне? Он за мной, вот он. 32. У меня патронов нет. Сейчас. На мне. Нормально. Да. Вот, ты можешь, кстати, себе тоже взять, чтобы летать. Я сейчас эту эмму давай загасим. Найс. Хорош. Ну, у нее, кстати, по идее, что-то с защитой должно быть. Он подсвечивает врагов, ближайших врагов. Можешь, в принципе, бери себе. Так, я думаю, можно идти уже. Он найс по мне стреляет. Тут еще рядом тип. О, нихрена себе. Да, ну вот он, если что, белый. Ай, хорошо, он попал. Подсветил. Белый. Понял, я ухожу. Нокнул его. На мне тип. Или нет, подлечу. Все, я убил его с мейта. О! Опа. Сбивай его нахрен. Я вышел. Подожди, это бот, вот чел. А вот справа чел, да. Он за горой. Один есть. Хорош. Вижу второго. Найс, красава. Гоу на остров, снова. Давай, ну без вот этих приколов. Блин, реально теперь хочется какое-то задание выполнить. У тебя какой-то такой вайб, типа... Я что-то подумал, ну, мне никогда это особо интересно не было. Вайб казуальщика. Да. Я и сам такой, знаешь, типа, я уже... Отношения меняются. Такой, чуть-чуть заскуфился, знаешь. Да, нормально. Ну, это сейчас в тренде, так что... Да, нам надо сейчас это... О, вот они, воителя, можешь взять. Ага, вижу. Ну, давай, кстати, попробуем. Ты себе будешь брать? Ну, хочу. Наверное, да. Все-таки... Как бы... Настоящим железным человеком надо. Слушай, реально, блин, надо будет челлендж какой-то выполнить. Так, полетели? Че, полетели? А вот, типы, с медалькой. Я в эту сторону лечу. Вон они летят, все, я на них. А ну-ка, насколько далеко она стреляет? Я вижу, но... Поднимаюсь потихонечку. Аккуратно. Она прям прикольная, да. Понял, они прям хорошие. Ой, меня забрили сильно. Блин, я быстрее с автомата, мне кажется, забрили. Да, есть такая еще. Я тоже взял автомат. Ну да. Один белый, ай, который за камнем. Ну блин, нокнул его. Он его, скорее всего, хилить будет. Но они не выйдут. А, вон они идут. А, нокнулся один. У тебя рэпика? Нет. Ищу. Опасно. Ну давай, есть. О, так, один ко мне идет его кент. О. Все, есть. Что за медальон там?
Ой, почему? Подожди, у меня два, на, один. Скрытность. Вот этот. Скрытность. Держи, держи. Ты взял? Да, вот этот можешь. Еще один есть? Да, вот. Все, два, 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 два. Они здесь где-то. Да. А вон, вон, не, вон, в смысле, бежит. Разрушить этот дом! Let's go! Ну там ну, же это еще... Да, это такие. А, еще ниже есть. Это ладно. Такие прикольчики. Let's go! Ну, хорошая, хорошая, прям такая, хорошая, знаешь, да. Уверенная. Уверенная человая, я бы ее назвал. Да, 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 да. Найс. Nice. Что ж, прямо сейчас в Fortnite сезончик Marvel, и у меня, ребят, для вас крутая новость. Я хочу, чтобы вы обязательно заценили нашу карту Wolverine FFA. Это режим сражений, где каждый сам за себя. С обилием ганов, хранилищем и всем, что нужно для того, чтобы весело провести время с друзьями. А еще там можно прокачивать свой рейтинг, поэтому у меня для вас челлендж. Апнуть Unreal. Кстати, ПТС начисляются не только за киллы, но и за время, проведенное в игре. Так что, если получится, скидывай скриншот под этот пост в нашем ТГ-канале. Ну и заходи на карту по коду, который видишь на экране, либо пиши в поиске Wolverine FFA. Ни хрена себе, ты кто такой вообще? Эту падлу испытывали в биолабораториях. Подожди, а ты же вообще не играл в OG Fortnite, в старый Fortnite, в первой главе? Нет. Ну, я играл вот этот, когда был ивент, там, сколько, недели держался. Но вообще, да, не играл. Подожди, а когда вот он возвращался в Fortnite OG, тоже не играл? Когда возвращался, играл. Чё, куда? Давай на торговую? На торговую давай вот сюда. Не, перезарядка мне прям понравилась. Она такая быстрая. Только затащим здесь. Мне кажется, она для мобилок прикольная почему-то. Я не знаю, как играть, ну, мне сложно представить. Я вообще не понимаю. Не, ну, типа, как понимаю, я играл, но трэш. Ну, типа, я не понимаю, как люди играют. Не то, что как люди играют именно с точки зрения, как они физически, типа, там, управляют и так далее. Это все понятно. Я не понимаю, как можно получать удовольствие от игры на смартфоне. Ну, да, сложно. У меня то же самое с консолями. Ну, прикольно, но удобнее же там. Зачем да, тебе... Да, 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 да. Блин, этот дробаш мне очень нравится. 25 ремейн, блин, уже... Чё-то мы пока лутались, и зона уже пошла. Все, все уже, никого нет, да? Уже победа. А ты помнишь, да, все эти локации? Ну, то есть, ты давно играешь? Конечно. У тебя чуть у нас другой, разный тут подход, потому что для меня они, как типа, новые, а... О, чел. На меня летит? Да, да. Ой, у меня прям подлит. Хорош, сзади. Развалил, получается. Опять ты меня керишь? Не в коем случае. Он здесь сидит. А, ты его не загасил еще? Нет, он... А, хилится, вижу, в туалете. Кто-то летит. А, он возродился, тиммейт же его. Да, надо добивать. Что? Он белый. Понял. Тут я прям сильно полюбил. Ау. Встреча такая. Хорош. Ну вот, кстати, я еще не понимаю прикола этого банана скина, он меня прям чуть-чуть подбешивает. Меня тоже прям раздражает, скажи. Да, он такой. Хотя, ну я так понимаю, он такой, типа, культовый. Ну, такой Fortnite вайб, я не знаю, мне... Ну да, он такой... Раньше, мне кажется, раньше прикольно было, когда вот они, так сказать, офортнайтивали скины, а сейчас оно как-то так странно кринжово воспринимается. Ну да, я понял, когда раньше все персонажи пытались стать, ну, они если добавляли, они все были такие немножко со странностями, а сейчас типа есть нормальный скин, а есть вот типа такой. Это такой, да. Странно уже на контрасте. Вот мы и в тельтах. Опа. Вот еще типа сзади идут. Да. Ну и куда он? Мне еще напоминает вот все эти постройки и все эти автомобили напоминают Симпсонов почему-то. Автомобилю. Что? Здесь был чел? Да, вон его тиммейт, походу. Я не помню, он завис? Чувак. Он отдыхал здесь. Еще есть. Я не совсем понимаю. Ага, вижу, они на втором этаже. Вижу, на первом еще есть. Еще. Сколько их здесь, не понимаю. Их трое, что ли? Ага, вижу. Этот рассыпался. Есть. Так, сейчас я попью. Что-то у меня там летит какой-то вертолет. Летит, да. Слышишь? Это у меня высадка уже в Fortnite, блин. Надо было падать на брошенное. Нам прям потно было. Или ты не любишь, когда потно? Звучит интересно. О. Он только упал?
А, я не успел броньку поставить. Что я могу сделать? Как ты думаешь, получится? Хорош, хорош. Стреляет по мне. Где-то с этой стороны, я не понял. Сдалека где-то. Ни хрена себе, что? Чё-то не понимаю. Ни хрена себе, вот оттуда аж. А он попадает еще по мне постоянно? Ага, вижу, у меня. Эй, не пуш, не пуш, не пуш. Да, 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 я сижу. Или они не знают, что я здесь, я сижу. Чай, мне еще похилиться. Один есть. Хорош. А, хорошо. Ну. Есть. Двоих, да? Сзади, да. Вижу, идут. Пришел ко мне. Блин, а у меня нечем закрыться. Что-то я набрал каких-то пушек. Нахрена я их взял? Ну, я не умею нулевую. Оп. А, ты возродился, точно, я забыл, ты же возрождаешь. Да, я сам забыл. Угу. Вижу на постройке. У меня такое ощущение, что это чел с читами играет. Потому что он стреляет, у него пули все как-то очень странно. Что он делает? Такое чисто прикольчик. Как будто нам лучше уйти. А, возрождаться нельзя будет, все уже, да? Фиксируемся. Угу. Они оба там? Я не знаю, ну... Да, да, видимо? Или да, 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 они оба там. Ты можешь сзади их, кстати, реально обойти? Да, я пытаюсь. Вижу. Блин, ничего дальнего нет. Блин, мне пройти вижу. Надо в зону. Попал. Ну, теперь я не знаю, что я здесь. Ну, я отвлек, если что. Ты там можешь двигаться. Да, я в зоне. О, хорошо. Не просто там сидят. Не, сидят. Я пытаюсь пробить. Все, они уходят. Бегут кто-то? Да. Вижу. В дом, сюда. Мокнул одного. Ай, хорошо. Я пушу. Так, давай, сейчас я пока попью. Они поставили, что, они резнулись. Давай ко мне. Иду. Аккуратно. Не помню, они где-то здесь начали. Они, а. Да, они дальше. А. Зашел. Я у них здесь сижу, если что. А, вышли из круга. Можешь меня поднять, кстати. Они, мне кажется... Он тоже будет поднимать? Он его поднимает, да? Не? Да, он его поднимает. Но зря он это давай. Делает. Что? Я не попал, как? Так, этого добил. Все, хорошо. Хорош! Вообще легенда, хорош. Блин, как я не попал? Я, главное, прицелился прям в голову ему. Я в текстуру, видимо, в твою попал. Ты когда резнулся, у меня текстура перед носом была, походу. GG, let's go. Короче, сейчас пробуем чисто с марвеловскими предметами. Без обычного лута, а именно вот какие-нибудь там. Давай. Перчатки, щиты. Мы 6 левелов подняли прям. Мы, видимо, не зная того, играли по заданиям. Походу, да. А они всегда так и выполняются. Так, ну, владение дума. Сейчас овладеем всеми думами. Что, с нами никого, походу. Мы вообще ничего не подбираем, правильно? Ну да, давай нам... Ну, можем, в принципе, предметы любые и вот марвеловские. Ну, типа, хил, да, но я имею в виду из оружия, мы не подбираем. Да. Ну, там эти всякие бункеры, вот эти бронесферы можно. А именно пушки, понял, которые обычные в игре, не знаю. Ой, на меня кто-то летит. Прилетел тип. Вот он бежит ко мне. Что здесь? Я все заберу, чтобы он не забрал. О, щит! Вижу. Один есть? Здорово! Давай! Хорош! Он еще завернул так туда, в эту. Так, это все обратно скидываю. Все, у меня, в принципе, щит. Чем бы еще такого взять? Ну да, наверное, щит, арсенал воителя, чтобы летать. А, импульски обязательно, вот импульски вообще тема. О, есть, чтобы летать. Как он называется? Реактивный ранец? Ну да, чисто щитом, знаешь, летать. О, это вообще кайф, кстати, из этого. Мы можем потом, ну сейчас чуть подсобираем, разделиться там, например, я щитом, ты с ранцем или наоборот. А, да. Ну, кстати, интересно, до чего мы дойдем в итоге? Ну, это я ж вообще раньше... Ну да, я видел, у тебя были такие челленджи. Там. Да, у меня челленджи 200 видосов. Я какие только челленджи не выполнял. Вообще все челленджи в Fortnite выполнил. Но, типа, начиная где-то с третьей главы, их просто Unreal выполнять. Из-за чего? Ну, задротов очень много слишком... Потому что уровень поднялся. Ну, конечно, да. Ты... Не то, чтобы челлендж выполнить, просто королевскую победу взять Unreal. Вот, блин, не понимаю, зачем они сделали в обычном паблике матчмейкинг? Вот есть же режим рейтинга, почему не перенести все в рейтинг? Ну, типа, знаешь, хочешь реально... Но он получается своим... такой скрытый, знаешь, то есть он...
не подсвечивается, что он есть, но... Конечно, ну, конечно, что... но это бред, ну, это... ну типа, мне да, кажется, да, да, должно быть как бы, ну... Че, пойдем в замок? Да-да-да, пошли. Типа, батл-рояль — это батл-рояль, это должен быть, ну... Ну да, и сильные, все, короче, побеждают, да. Типа, если должны быть и слабые, должны быть и сильные, все подряд. Ну, согласен, да. Но это даже заметно по тому, как ты, вот, если ты новичков в игру приглашаешь, которые вообще ни разу не играли, типа, свежий аккаунт, то там сразу, ну, у, да, тебя три подряд, это чисто с ботами, ты победы берешь. Mm-hmm. Ну, типа, а-ля задабривает тебя игра, что ты, да, такой, о, да, да, ты... Но в то же время, да, ну, как будто бы даже новичок не понимает, что это боты, ну, и типа, и... А с другой стороны, знаешь, даже новичку, ему что, в кайф стрелять ботов? Новичку. Ну, знаешь, он, может быть, сначала не понимает, он такой, о, ну, типа, какие-то очень легкие. То есть, знаешь, даже это как, да, будто, да, вводит, да, в ступор, а потом тебя резко после третьей катки бросает уже к нормальным игрокам, и ты такой, ой. Ну, вот это тоже странно, как бы. Да, да. Но, да, с другой стороны, я считаю, что вообще, в принципе, в любой Battle Royale абсолютно глупая идея добавлять ботов. Неважно, новички, не новички, там, хочешь ты игроков задобрить или нет, не добавляй ботов в Battle Royale, ну, нельзя. Ну, это режим, блин, с реальными игроками. В этом же и кайф. Я не знаю, тут есть типы. Ага, месяц бота вроде. Дума стреляют. А, на мне тип. Mm-hmm. Ух ты, ё-моё. Найс. Отлично. Хорош. Швыряюсь. Справа, ух ты, он что, по двоим тулит? О, что, он разлетается по нескольким челам еще? Так, один есть. На мне. Развалил. Иди. О! Он тут запивался, тут перчик, сидел. Очник, щитка. Во, я взял вот это, автоматическая турель воителя. Ну, да, кстати, перчатки, доктор. Ну, попробовать вот как раз можно. Блин, вот монарх, я бы с монархом еще поиграл. Ты самый жесткий ган сейчас. Че, я получается... У меня арсенал воителя, щит кэпа, перчатки дума. Я прям зарядился нормально. Ну, у меня вон турелька. А, джетпак, ну, слушай, давай я тебе отдам тогда арсенал. У тебя вообще полный комплект будет. Вот так, типа, вместо этого? Да, давай. Ну, давай. Попробуем. А я буду с перчатками Дума и с щитом. Ну, у меня, блин, у меня тогда нет камбэка. Ну, то есть этого. Наверное, скину автоматическую эту турель. Хотя, может быть, она будет тулить, тоже жестко будет. Ну, нет, посмотрим. Да, пока оставь, да, потести. Потом... А у тебя есть эти бронесферы? Не? А я их там оставил, кстати. Ну, ладно, забей. Смотри, есть медальон в Думштаде, он уже двигается. То есть они где-то здесь сейчас. Давай туда. Можем на них. Let's go! Подожди, а Мистерио? Или Мистерио там и есть? Вроде да. Или во владениях Дума, я что-то уже... Не, наверное, в Думштаде Мистерио. Мне кажется, я все-таки скину эту турель. Тип, ага, прямо по курсу. Росомаха, еще одного сбил. Так, я выхожу. Ой, белый росомаха. Есть, лежит. Загасил. Хорошо, прям легко как будто. Ну, наверное. Ха. У него еще есть воитель. И, собственно, вот эта штука. Я здесь еще сяду, да, и исчезну. Вижу еще один. Так, оно, автоматическая штука, будет гасить его? Пиу. 15, 10, нормально. И сверху. Ага, еще. А, и сверху, в самом верху еще. Ау. Больно. Так, если я что-то тупанул, тихо улетаю. Да, отходи. Блин, будет непросто. Ну ничего, нормально, ты как раз отхилился спокойненько. Может, они даже уйдут? Да не, мне придется их загасить, мне кажется. Это прям буквально воитель, да. Оп. А, вон он. Да. Хорошо. Хорош. У меня ракеты не стреляют. Ух! Найс. Я забыл, что у меня щит есть, что-то вообще вылетело из головы. А, он даже защищает, ну, в полете? Ты можешь его изать? Наверное, а ну. Ну да. О, прикольно. Что-то я вообще за это забыл. О, нормально. Исчез. Ну это, вот это, кстати, вообще для вот этого хорошо подходит. Походу, типа, и движется. Видишь, медальон идет к нам. Сразу, короче, да, сразу да, надо, да, как-то, да, тебе лут забрать. Едут на тачке. Угу. Тебе, да? Да, они здесь. Так, я чуть отъеду, я не знаю, за мной они пойдут или нет. Да, еду за тобой. Тулю ракетами. Уезжай. Угу. Даю. Просто едь. Сейчас я им воителя устрою. Угу. Один вышел. Вижу. Вон они едут, походу. Они похилились, опа, блин. Сейчас за ними поедем. Чё за типы такие, да? Ну, они странные. Они сначала напали, потом такие, ну ладно, в принципе, не получилось. Можно уходить. Да, пофиг. Не, ну это прикольно. Мне нравится, когда так, типа, знаешь, просто уезжают, и ты по ним тулишь. Да, они уже на острове. Можно вот здесь аккуратненько зайти в риф, только не на машине. Да. Вот они. Я на самый верх приземляюсь и буду тулить их.
Это ботиха? Да. Не всем... А, вот он внизу. Ой, забей. Мне слишком много урона дали. Белый. Есть, один лежит. Хорош, так, я, возможно, лягу. Не хотелось бы, но тут варианты нет. Он прям за стеной. Блин, в окошко залетел. Ой, хорошо. Пожалуйста, пожалуйста, есть! Хорош! А говоришь не умеешь, а тащишь. Ну как так получается? Ману. Так, я пока заберу медальон, чтобы они не привлекали ничего внимания. Как будто меня нет, я тебя хилю. Да, я, кстати, сейчас сам тебя потерял, такой. Думал, ты забаговался под лестницей. Вижу! Намасте. Намасте. А, спустились. Да что? Щит не сработал. О, жестко. Жестко. Блин, у меня нет синего хп. Подсветил. Забежал ко мне в дом. На второй этаж поднялся. А, тут еще другие. Он на втором. Да сколько у тебя хп, братик? Ну, замес у вас такой хороший. Всего три команды уже осталось. Ну, на самом деле, воитель, именно пулемет такой себе. Не знаю, я успею поднять, чтобы меня не это... Ну, успеешь, но тут прям так опасненько. Сейчас под 5, сразу, да? Сразу в тачку прыгай. Да, я не успею. Или успею. Успел. Успеешь. 5 хп. Один тик. А, ну все. Да, тут чел. Да. Ну ладно, я не буду использовать пистолет. Да забей, убиваю. Вон. Топ-3. Ну блин, тут глупо было, наверное, резать. Надо было дальше пройти. Ну ладно. Нормально. Ну, GG. Топ-3 без оружия, ну то есть с такими. Ну да, чисто Marvel, нормально в целом.